После осмотра строящегося детского городка на Лебедево депутаты областного собрания отправились на встречу с жителями своего округа. Она прошла в 13-й школе. По традиции перед избирателями депутаты отчитались о проделанной за год работе. На встречу пришли и депутаты городского совета. Как правило, и областные, и городские депутаты Заозерного округа все дела решают сообща. Так, в нынешнем году, благодаря совместным усилиям, продолжили ремонт фасадов детских садов. Сделан косметический ремонт библиотеки «Бестселлер», в которой, кстати, благодаря депутатам в этом году пополнился книжный фонд. В сфере образования уделяется особое внимание. После официальных отчетов депутаты наградили активных педагогов дипломами и грамотами за совместную работу. Мы помогаем всем школам, всем детским садам, которые находятся в нашем округе, проводим различные совместные соревнования с детскими коллективами, проводим футбольные турниры. Стараемся, чтобы наши дети занимались спортом, привлечь их к занятию спортом. Мы стараемся поддержать наших ветеранов, чтобы им легче жилось. А для ветеранов устраиваются концерты, праздники, проводятся экскурсии. По словам депутатов, работать с ними – удовольствие. Именно ветераны чаще приходят с просьбами и вопросами. Так, за 2016 год в приемную депутатов Заозерного округа обратилось более 300 человек и поступило 190 письменных обращений. Больше всего жителей округа беспокоил вопрос реконструкции дороги на Победы. Благодаря в том числе активной работе депутатов эта проблема частично решена. У людей сегодня появилась возможность заезжать в свой двор и гулять под своими окнами по новым тротуарам.